Все семьи счастливы по-своему, а вот несчастливы одинаково. Я знаю, как спасти вашу семью. К нам обратилась семья, в которой муж выполняет, ну, по сути, формальную функцию. И несмотря на то, что в семье двое детей именно от этого мужчины, они записаны на разные фамилии. А почему так? Давай узнаем. Город Мукачево, Закарпатская область. Здесь живет семья Воробенко-Павелец. Не дай бог меня с женой увидят и детьми в городе. Вот такая у тебя реакция, когда ты меня сейчас увидел с детьми. Вот такая. Да, вот такая. Меня увидят. Позор! На целый город позор, да? Проникевый, на тебя, добре. Да вчера ты со мной не хотел говорить, на обед ты со мной не хотел говорить, после работы ты пришел, ты отказался со мной разговаривать. Когда с тобой разговаривать? Я не рычу! Я с тобой сейчас спокойно разговариваю. Лилия Воробенко, 30 лет, швея. Мне на работу треба идти. Ну, людина зараз через 2 минуты чекает на складе. А это ее муж Владимир Павелец, кладовщик. Ему 34. Максим! Пара воспитывает 2 сыновей. Саше 10 лет. Максиму 3. Супруги 10 лет живут в гражданском браке, и Владимир не собирается жениться. Роспись или штамп в печати что-то даст? Дети на разных фамилиях. Это для меня унижение. Владимир не только неофициальный муж, но и плохой хозяин в доме. Все свое время он проводит перед телевизором. Я тебе кику раз сказала, там тече. Сколько тебе говорит повесить наличники? Полку мне повесить. Ты видел ванну? Шикарная ванна. У меня только проблемы, а у тебя все прекрасно. Да? Да. Вова помогать не хочет. У него резко какие-то проблемы находятся, ему надо резко идти на работу или какому-то другу помочь. У пары нет общего бюджета. Все финансовые вопросы Лилии приходится решать самой. Мне, чтобы прокормить себя и детей, мне надо идти к маме, да? Причем? Ты не в состоянии прокормить нас. На данный час раз нет. Прибежит мам, мне не хватает там на молоко, дай 10. Оксана Ильинична, мама Лилии. Я вот считаю Альфонс. Поел, лег, переспал, утром встал, когда они еще спят, слинял. Он приспособился, ему так хорошо. Теща считает, что Владимир недостоин ее дочери. И после таких разговоров Лиля еще больше придирается к мужу. Вова, ну ты нормальный, ну нахрена ты вот это сделал? Ну, правильно, мокрое туда поставить. Нахрена столько масла было наливать? Многие знакомые Владимира не догадываются, что у него есть семья и 2 детей. Ведь на люди с женой и детьми он никогда не выходит. Ты придешь? Дашу. Вов, чтобы было Дашу. Была ситуация, с детьми гуляем. Саша начал с Максимом бегать. Она: «Саша, сюда иди!» И все, и все начинается. Крики, пески, как дикари. Из-за того, честно, не хочется идти. Один день отпроситься. Кикро, ты дуркуй! Да один день! Ты дурна своему, один день, на***! Владимир не выносит постоянных криков жены и большую часть времени проводит вне дома. Мне понятно, почему он сбегает из этих семейных отношений. Я вообще удивлен, как он туда возвращается. Он безинициативный, ему ничего не нужно, он все время лежит на диване. Так и понятно, почему. Мне бы тоже не хотелось для такой женщины что-то делать, зарабатывать деньги, официально регистрировать с ней отношения. Ты говоришь, что она кричит, потому что он лежит на диване, а я говорю, что вполне возможно, он лежит на диване, потому что она кричит. Не получая от жены нежности и внимания, Владимир стал искать их на стороне. Мне очень многие говорили, что Лиля, он гуляет. Мы его видели там с девушкой, мы его видели там. Он в центре гуляет, за ручку. Я не верю, мой мужчина не может так со мной поступать. Лилия до последнего отказывалась верить в его неверность, пока сама не нашла этому подтверждения. Пришел один раз пьяный с поцарапанной спиной. Пипец. Шо?
смс-ки нашла, встретилась с этой девушкой. Она мне все в подробностях рассказала, что он холостяк, у него нет жены, что он живет с сестрой-племянником. Лилия не смогла простить измену мужа и, забрав детей, ушла к родителям. Старался как-то вернуть, извинился перед ней. Но я же говорил, что давай как-то оптимально. Любовь к Владимиру оказалась намного сильнее обиды. И уже через месяц Лилия вернулась домой. У меня от него двое детей. Я не хочу, чтобы воспитывал чужой мужчина. Но начав жить вместе, семья снова столкнулась со старыми проблемами. Ты с нами никогда гулять не ходишь, никуда. Тебя в центре города съедят или что с тобой сделают в центре города? Ведь это все видит, сидит, что вот я с мужем гуляю, у меня муж. Или кого ты Да тебе треба та Ты абсолютно ничего не пытаешься изменить. На ты меня возвращал обратно? Зачем? Чтобы дальше издеваться надо мной. Ну, если бы я его не любила, с ним бы уже давно не жила. Говорят, любовь зла. Любовь – это два дурака с одинаковой температурой. У меня такого нет. Я не верю в любовь. Ну как с тобой можно дальше тогда вот так жить? Как можно? Я тоже женщина, я хочу любви и ласки. Ты ничего не хочешь менять, ничего. Для тебя недорога семья. Что мне еще остается делать, скажи? Убить тебя? Попробуй. В всех семьях мают друг за друга переживать. Я бы хотел, чтобы и у нас так было. Чтобы мама помирилась, и мы все стали жить дружно. Мне кажется, семья не безнадежна, при условии, если мы поймем, почему муж уходит из семьи. Вот уходит в себя. Я больше чем уверен, он недоволен тем, что происходит. Но он как-то не принимает активного участия в решении тех проблем, которые есть в семье. Я считаю, если он заявит, что да, действительно, он хотел бы жить именно с этой женщиной, но только жить по-другому, тогда стоит попытаться им помочь. Я предлагаю встретиться с этой семьей, более подробно разобраться в том, что у них происходит, и потом принимать решение, сможем ли мы им помочь. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте. Присаживайтесь. Рассказывайте, в чем нужна помощь? Что не так с вашими отношениями с супругом? Мы уже 10 лет замужем и не можем никак наладить отношения. Вот что в нем не так? Абсолютно неответственный. Что еще? Ссоры, скандалы, измены. В какой момент это произошло? После свадьбы нашла смс-ку. Спасибо за прекрасное время. Мне было очень хорошо. Я позвонила девушке, мы с ней поговорили. Я пришла, собрала вещи и ушла. Старался как-то вернуть, но... Как-то тяжеловато получалось это. Вы пытались с мужем поговорить о том, что происходит? Он уходит от разговора. Я говорю, Вов, чем я тебя не устраиваю, что ты ходишь, ищешь в других женщинах? На этот вопрос я ответа не услышала. Хорошо. Я тогда хочу поговорить сейчас с вашим супругом. Ну, а потом мы втроем попробуем понять, что же с вами происходит. И можно ли спасти вашу семью. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Присаживайтесь. Почему вы ей изменили? Эти две измены получились как-то по пьяни и как-то спонтанно. Я в шоке. Вот за второй раз я не знала, что была измена. То есть я знала, что они общаются. Но что измена была, я не знала. Ну там компания была, у нас очень много и девушек было, и друзья. Пришла знакомая. Ну и так получилось, что мы переспали. Как так получилось? Внезапно. А вот если попытаться суммировать все ваши претензии к супруге, чем она вас не устраивает? Очень раздражительно, она сразу кричит. Не хочет прислуховываться иногда к моей точке зрения. Зачем вы живете с женой? Все-таки есть какие-то чувства к ней. Давайте тогда пригласим вашу супругу.
и поговорим втроем. Хорошо. Я в шоке. Ты мне сказал, что ничего не было, что не дошло. Вам обидно? Очень. А вы продолжаете общаться с этой девушкой? Нет. Ни с одной, ни со второй, ни с третьей. Как вы думаете, зачем вы нужны своему мужу? Для готовки, уборки и смотреть за детьми. То есть даже погулять мы не ходим гулять. Почему? Вместе. Да он нас стесняется со мной выйти в город. Владимир? Честно, потом, когда она идет, орет на детей, у меня вот настроения нет идти гулять. Ну, он же ж меня довел до такого состояния. Давайте посмотрим, какие вы оценки поставили друг другу, и попробуем понять, можно ли что-то спасти. Владимир, как вы думаете, как ваша жена оценила вас как хозяина? От 0 до 10. Думаю, 4-3. Давайте узнаем. Два балла. Но он же ничего не делает. То есть попросить его что-то сделать, это мне нужно очень больших усилий. Большую часть делаю я по дому. Неожиданно. Что вас удивляет? 2 балла. А ты же ничего не делаешь. Добрый. Это еще нормально. То есть можно было и 0 поставить. На ваш взгляд, насколько вы хороши как хозяйка? Ну, тут 10 баллов. 10 баллов? Да. Давайте посмотрим. Ну, Лиля, для хозяйки я ставлю баллю 8. Насчет, да, чистоты, порядка, да, она любит. Спасибо. Приятно. Следующая оценка в категории поддержка. Насколько вы поддерживаете своего мужа? Как вы думаете? Слабо. Давайте посмотрим. За підтримку Лілину. 4. Не этой поддержки, не просто упреки. Упрекаю, да. Почему не идет на другую работу? Зачем упрекаете, а не поддерживаете? Ну, потому что не хватает денег в доме. Когда я говорю, у меня нету на молоко, а он мне говорит, а что я сделаю? Я не дочь миллионершу. Вот так мне отвечает. Какую оценку поставила вам супруга? Думаю, что тоже где-то 3 или 4. 3 или 4. Да. Давайте посмотрим. Оценка за поддержку 0 баллов. Но он не поддерживает меня вообще. Ни в чем. Абсолютно. Даже ситуация с велосипедом, когда я упала в крапиву. Ты не побежал меня поднимать. Подъехал, что случилось? А упала, подумаешь, упала в крапиву. Начал с меня смеяться. Вместо того, чтобы позаботиться о жене, вы над ней насмехаетесь. Она видит в вас человека, который над ней издевается. Насколько вы удовлетворяете своего мужа в постели? 4-5. Где-то так. А вы не стараетесь? В последнее время нет. Почему? Не хочется. Давайте узнаем, какую оценку поставил вам Владимир. Ну, за секс я кладу и... 5 ставлю. А как вы считаете, насколько вы удовлетворяете свою жену в сексе? Думаю, на 4. Ну, давайте узнаем, какую оценку вам поставила жена. Давайте. Оценка за секс
Ну, 5 баллов. 5 баллов пускай будет. С таким выражением лица там 2-3 балла. Ну да. Да, я прав? Пожалела. Немножко есть мужская проблема. Нет. Какая мужская проблема? Не хочется не говорить, бо то очень лично и не очень сильно хочу афишировать. А вы понимаете, о чем говорит муж? Да. Очень быстро кончает. Очень быстро. То есть минуты две, все. То есть меня 2 минуты не устраивает. Вы занимались решением этой проблемы? Нет времени. Это пойти к урологу, все. Понимаете, о чем? Я понимаю. Будем? Нет. Я бы хотел вам напомнить, как у вас все начиналось. Это было летом, гуляя с подружкой по центру. Мы услышали девушки. Я оборачиваюсь. Можно с вами познакомиться? Что-то там меня так зацепило. Ну, надо знакомиться. Он пытался добиться свидания. Я долго отнекивалась, но в итоге согласилась. Вот это напорство его, наверное, вот привлекло. Такая маленькая, удобненькая. Она сразу не открывалась. Но это меня заинтересовало. Первый раз даже поцеловались через пару встреч. Сразу я к лесу. Нельзя. Как-то так. И это все так было интересно. После работы, какой бы он ни был уставший, он бежал ко мне поговорить, поцеловать. Он мне позвонил и сказал, мне надо с тобой поговорить. Серьезно. Ну, меня заинтриговало, господи, что случилось. Мы встретились в центре. Когда я увидела, у меня коленки дрожали. Вот стояла я с ним, говорила, я не знаю почему, но что-то меня к нему все-таки тянуло. И он меня приглашает поехать отдохнуть в Косино, в горячие бассейны. Я согласилась. Я забеременела. Обращается раб Божий. Володимир, рабі Божий, лірій, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я в ньому розглядала свого майбутнього мужа. Була якась впевненість в чоловіці. Що вас розтрогало? Все, что раньше было, теперь этого нет. Какими тогда были ваши отношения? Приятными. Готовы бороться за семью? Да. Готовы? Я считаю, что вам нужно понять друг друга. А для этого, по сути, каждому из вас стоит погрузиться в жизнь другого. Вы будете какое-то время выполнять функцию домохозяйки. Делать все то, что делает ваша супруга. Ну, а вы проведете время так, как проводит его ваш муж. Ну что ж, всего вам доброго. Очень хочется верить, что вы сможете. Впервые Владимир проснулся раньше жены. В рамках первого задания он будет выполнять домашние обязанности, которыми обычно занимается жена. Накануне Лиля оставила ему список дел, которые необходимо сделать в течение дня. Лиля же готовится идти вместо мужа на его работу. А мы будем сегодня завтракать. Я пошел, там, завтрак сделал. Я, чтобы там у меня жена сына родилась, вот мой муж делает то, делает это. Да куда ты столько улил? Ешь ты что, сдурел, что ли? Ты что, есть не хочешь? Я чай попью, только вы спали. Будем ставить галочки. Что мы сделали? Так, разбудили детей.
сделали. Накормили, накормили. Зубы почистили. Помыть ванну и туалет. Вова! Что ты хочешь? Быстрее! Владимир выполняет работу, которую раньше никогда не делал. Вова! Ты бы уже закинул стирку, и она бы уже стирала. Раз. Но вместо того, чтобы поддержать его или хотя бы не вмешиваться, жена постоянно придирается. Всю сумку треба теперь, да? Вова, треба все стирать, да. Четвертого, не третьего. Це мої вещи. Я твої складаю, і ти мої склади. Серйозно? А дитячі? Там дитячого повно маленьких вещей, з яких Максим вирос. Що в жопу? Вона своїми словами, чесно, все моє настроєння убила. Я вроді би, ну, стараюсь как-то, щоб то зробити, а їй то не нравится. Обидевшись на жену, Владимир вместо швабры взял в руки пульт. Часть домашних дел таки осталась невыполненной. У тебя ключи есть, я ухожу. Лиля не верит, что муж устает на работе. Сегодня она отправится вместо него на склад и сможет сама прочувствовать его занятость и нагрузку. Добрый день. Добрый день, Лиля. Добрый день, Лиля. Зразу вам розкажу, що мені треба буде зробити в першу чергу. Значить, мене інтересує дата виготовлення продукції, кількість її по видах, перерахувати і мені здати. Якщо ви щось напутаєте, значить будемо штрафувати. Приступайте. І якнайшвидше. Я не знаю, тут на кожному мішки різна дата, як восьмое чи какое то число. Як у сутлі? Не так. Тому що ви тупите. Я неясно пояснив. Зліва направо. 10 хвилин ви переписували одну дату. Якщо ви не доганяєте, вибачте. Перейти на наступну продукцію. Я зрозуміла. Михалич! Значить, то бере, звіртеся потім, бо ж тут повний тупняк. Ну, за перший день то невозможно зробити. Ну, в принципі, людина з середньою освітою має трошки швидше вчитися. Ні, ну, назви, ну, все нове. Вибач, ну, ми не червоний хрест на даний момент. Я з цим заданням не справлюсь. Тобто? Ну, я чувствую себе не в своїй тарілці. Ну, це не моє. Заставляють кричати. У мене руки опускаються, мені нічого не хочеться навіть робити. Лілії неприємно, хоча ще два часи назад вона сама кричала на мужа. Не проработав и половины смены, она вернулась домой. Что ты ревешь? Начальник типичный мужик. Просто унижал и, ну, насмехался. Я признаю, что да, работа тяжелая. То есть мне с такой работой справиться тяжело. Ну, я тебе сейчас признаюсь, а ты сидишь, акаешь. А что ты сказал? А ну покажи ты, как это сделаешь. Ну, покажи мені. Бо я її теж з відеоаліка. Кажу, ну, научи мене, покажи мені, як красивіше скласти тут ящик. І він стоїть, мені показує. Що ти думаєш? А ти чого не могла позитити? Владимир все ще сердиться на жену після утренньої ссори, тому він не хоче її підтримувати. Ти не розумієш, що мені зараз потрібно просто... Ти стоїш зараз і упрекаєш, от мені, чому я це не зробила. Я тобі підказую, що треба робити. От на даний момент мені просто хочеться, щоб ти підійшов, обняв і щось сказав. Ти сидиш просто і учиш мене. Підказую, як жити треба. Сегодня утром завтрак для детей готовит Лиля. Владимир же не собирается приступать к домашним обязанностям, поскольку уверен, что жена все равно не оценит его стараний. Все. Ты с моим мужем будет позор. Лилю злит то, что муж опять целый день ничего не делал. Вечером она решила с ним поговорить, и этот разговор завершился очередной ссорой. Ти виженичний хочеш, тобі ні х**а не треба. І сім'ю ні х**ти не треба. Навіть з цим х**а
Ой, я тебя попросила, давай поедем купим. Ты что сказал? Потом, завтра. И так все, все, что я не делаю, я сделаю сама. Нахуй ты мне тогда нужен? Если я могу сделать это сама. Зачем бы сейчас эту ложку запущу? Я же жду от тебя 10 лет чего-то, жду. Да чекай дальше. Потому что я хочу жить и наслаждаться и радоваться. Живи, не мозги. Поняла? Так забирай свои манатки та вали эту девицу. Я буду жить, если буду радоваться жизни. А не мучиться с тобой.